Вы на канале Биг Дак. И одна моя подписчица написала, что я снял Пигги. Ну, я тут нашел Пигги. Ну, то есть написал. Тут вышла такая вот версия Пигги. Ну, я их включил, а тут... Вот это Пигги. Уйди от меня! Нет, что ты от меня-то хочешь? Вот тут сколько людей. Несправедливо. Вон она, быстро в дом, быстро в дом. Уходим, уходим, фух. Теперь мы можем хотя бы постоять безопасно. Все в дом бегут. Беги дома. Я вон в ту сторону, я вон туда залезу. Там они, это она всех убила нас. Тут я появились. Уйди! Так еще просто туда. Вот у них план появился. Води ее. Ну я это отводить туда. Так, девочка. Молодец. А теперь там стой. Блин. Почему она такая быстрая, прям сюда, как будто телепортировалась? Я уж так подумал, что я туда побежал. Все. Да что тебе я нужен, а? Так. Ребята, это что, ковер самолет? Ребята, она меня убила. Я не знаю, что делать. Она убивает всех. Вон она пока застряла быстро. Пожалуйста, игрок, не останавливайся. Не останавливайся. Беги сильнее, быстрее. Я знаю, что ты можешь. Да, она меня больше не достанет. Фух. Ой. Ой, точнее, ой. Так. Ага, надо было еще выше. Там наверху есть оружие и меч. Еще попытаюсь это оружие достать, а меч мне вроде так не нужен. Снайпер. Офигеть, у нас я теперь снайпер. Редких снайпер ничего не дает. Тут еще одна пушка есть. Давайте возьму 50, чтобы от нее убегать. Давайте я встану вот на этот уровень. Теперь не только она такая быстрая. Не подойдешь, не подойдешь. Уйди. Смотрите, ребята, меня пытаются. На. Так. Отлично. Давайте со снайпера. Снайпер вообще говно. Ой. Ну да, что про него сказать? Говорит, давайте я врублю мне 150, но вроде как убежать можно. И буду только от него убегать на карте. Так, 150. А где эти скорости делались? А, точно снизу. Уйдите, эти дурацкие фигурки. Х-150 скорость.
Она меня поджидала! Нет! Она еще под 150 скорость. Уйди. Да, блин. Ряд, моя цель сейчас пойти в дом. И хотя бы один раз его убить. Зачем я спрыгнул? На ее голове. Да ты... Я тебя убью. Стоп, она в ПС. Да зачем? На него. Чем я тебе не угодил, спрыгай, говорю. Блин. Иди сразу по лестницам залезть. Оттуда спустить, потом оттуда и залезть. Я на них был. Пожалуйста, нет. Да зачем? Ее надо убить. Чувак, спаси меня, который залезает. Хотел залезать тебе, за что? Я тут один? Нет. Там чувак гонит машину. Че, стой меня, подожди, пожалуйста. С тобой хочу валить. Наточили. Ты что сделал? Я мог сесть, я был бы в безопасности. Ты за машиной гонялась! Так. Спокойно. Я хочу ее хотя бы раз убить. Уйди от меня и не смотри. Не смотри, это главное. Ну, вроде как все пустяк. Машина была с людьми. Я говорю, не только про водитель. Водитель был. Там еще люди были. Люди, если вы люди, то спасите. Все подлагивает. Фух. Чувак, лучше залезай. Она тебя поймает, тебе будет худо. Я скорость только 50 сделаю, чтобы более быстрее передвигаться. И вот это оружие. Нет! Я стою. Фух! Нет! Хочу я. Вот. Спида. Давайте попытаемся хотя бы зеленым стать. И что мне это дает? Может, тут чего-то нет. Ребята, выходим на балкон и отстреливаем. Что это? Непонятно, но одно время, но и неинтересно. Я нахожусь там, надо зайти и все. Есть дом. Кажется большим, а кажется он маленький. Вот оттуда легко залезть. Оттуда сюда, оттуда по мостику ко мне, там где я. Я нахожусь тут, никого не трогаю. Ребят, понятно, убежать туда можно, но я хочу на машине покататься. Но машину опять вроде как захватили. Ой, нет. Я, скорее всего, ещё умру. Нет! Ребята, я был так близок, чтобы забраться, но так козлина быстрее оказалась.
Эс, нет, не трогай меня. Я это лишь твой сон. Понимаешь, сон. Как машину сесть-то? Так, так, быстро. Откройся, дверь. Ага, вот люк. За что? Я же просто хотела машине пытаться. Уйди от меня. Я сказал, уйди! 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 Если скоро 50 было, бы уже там был вроде. Нет, уходи! Ребят, если я сяду в машину, я буду в безопасности. А, я случайно и голос прыгнул. Так. Так, она сейчас по-любому затем не будет гоняться за мной. Нет, затем быстро, это мой шанс. Да я свой шанс провукал. Еще что может быть стыднее? Почему здесь пики быстро? По идее, она не должна этим всем владеть. Зачем ты меня оживил? Он еще на меня пойдет! Да почему ты успела? Так. Появись кто-то на ее голове! Как сесть в тачку? Ладно, шучу. Я буду плакать и буду маме с папой жаловаться. Дурацкая пиг. Кстати, заметили, у меня волосы отпадают, как парик. Вот, видели? Где-то волосы даже провалились. Так. Ты ходишь, водишь меня. Пока она за FPS, точнее, пока она еще не вошла в игру. Валим! Она там реально быстрая, капец. Все, я в безопасности, наконец. Я нахожусь здесь. Ребята, я жалею, что именно вот это пиги выбрал. Там хотя бы можно было, наверное, что-то там сделать. Так. Ребят, кажется, ее убить, по моему мнению, невозможно. Сколько раз я пытался ее убить. Все, смарку, она просто идет, убивает, идет, убивает. Пацаны, я вас спасать пытаюсь, ее попасть невозможно. Ребята, у нее хотя бы не половинка или меньше половины ушло. Так, ребята, ну и раз ее убить не получается, давайте на этом будем заканчивать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Просто так поставьте лайк, то что я так спотел за вашего контента. Да, я еще свои нервные клетки не потерял. Ну а всем пока-пока.